торжественном зале Дворца книги Сергей Морозов вручил премию в области региональной историографии и литературы. Мы знаем о том, что в отличие от многих субъектов Российской Федерации, это уже традиция. Мы встречаемся в предновогодние дни в кругу друзей журнала «Мономах» для того, чтобы отметить тех, кто в этом году внес самый заметный, самый значительный вклад в краеведческую и культурную жизнь нашего региона. В этот вечер награду получили увлеченные и талантливые люди, для которых история родного края – дело всей жизни. Самых лучших отметили в трех номинациях. За заслуги в области литературного творчества и популяризацию литературы Симбирского Ульяновского края наградили кандидата филологических наук Елену Миронову. Лучшим молодым автором был признан Станислав Стрюков. Его поощрили за исследовательскую работу по изучению природы родного края. Сфера моей деятельности, она достаточно широкая получилась. Из-за того, что в музее приходится заниматься много чем, я одновременно и орнитолог, и палеонтолог. То есть научная моя работа посвящена крупным пернатым хищникам, солнечному орлу, природному символу нашей области. А еще много чего, чем мы занимаемся, связанных с геологией и палеонтологией. В номинации «За заслуги в области региональной историографии» за сотрудничество с Ульяновским краеведческим журналом «Мономах» и значительный вклад в развитие регионального туризма и издание «Путеводители по родному краю» премию отметили Дмитрия Илюшина. Я начал просто технически подходить к той проблеме, которую я увидел в свое время в 2008 году, и систематизировал тысячу знаний, которые находились по нашей области, издавая их путеводителей. Кульминацией вечера стало объявление «Человека года». За продвижение культуры, нравственности и духовности гран-при ежегодной премии «Шапка Мономаха» получила кандидат исторических наук Татьяна Качкина. Это коллективный труд. И я очень благодарна своим коллегам за ту совместную работу, за то удовольствие, за тот интерес, который мы испытали, когда писали нашу энциклопедию. Гордость Татьяны Борисовны – это региональная тематическая промышленно-авиационная энциклопедия, в которую вошло более 100 уникальных статей. За свою работу, наряду со всеми лауреатами премии, кроме благодарности высшего руководства области и признания коллег, победители получили еще и денежное вознаграждение. Мы присоединяемся к поздравлениям победителей. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.